Крепкая семья, крепкая страна. Под таким девизом прошел форум молодых семей в Анапе. 60 участников из города и района состязались за звание самой дружной и активной семьи курорта. Форум проходил 3 дня. Первый день – теоретические занятия. С участниками работали психологи. Во второй – семьи приняли участие в спортивных состязаниях. А в третий – проявили свое умение работать в команде на природе возле озера Сукко. По словам организаторов, соревновательный момент хоть и присутствовал, но он далеко не главный. Основная цель форума – укрепление института семьи. Цель – это объединение семей, знакомства новые, это новый опыт, это новые встречи. В итоге самыми активными и оригинальными была признана семья Кузьмук. Решающий вклад в победу принесла прекрасная половина семьи. Мама с дочкой приготовили самое вкусное блюдо, причем подошли к процессу творчески. Так как гости ассоциируются, конечно, с чаем, с пирогом, мы накануне испекли пирог и решили всех жюри угостить вкусным пирогом и позвать к нам в гости. И выучили стих, который мы написали с дочкой сами. Мы семейка высший класс, вот послушайте рассказ. Мама, папа, я и брат, вот такой у нас состав. Семья принимала участие в конкурсах полным составом. Младший сын, которому всего 10 месяцев, все 3 дня также был в гуще событий. По словам Алексея, форум не только помог сплотить их семью, но также и подружиться с единомышленниками. Было интересно пообщаться со всеми ребятами, которые приходили тогда на эти конкурсы. То есть, когда с семьями общаешься, ну, интересно какое-то свое, узнаешь что-то новое от них, от себя отдаешь им нового. В ближайшее время клуб «Вера, Надежда, Любовь» начнет формирование команды для участия уже в краевом слете. В прошлом году анапская команда заняла 1-е место. Также этим летом анапчане примут участие во Всероссийском форуме молодых семей в Ярославле, где представят Краснодарский край. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион.